С вами снова я, Маша Смолот. У меня новый проект. Моя задача — сделать приспособление, с помощью которого будет правильно раскатываться блинное тесто по сковородке. То есть будет не так, что, как обычно мы делаем, да, по ложечкам наливаем определенное количество, делаем вот так, раскатываем его по поверхности дна сковородки, и получается блин не всегда ровный, не всегда красивый. Лично мне не важно, какой формы получаются блины, не знаю. Но мама попросила меня сделать. Причем приспособление это очень нехитрое, и мне не составило труда хотя бы попробовать его сделать. Я не уверена, что оно будет работать правильно, потому что я пока себе слабо представляю, как оно вообще работает. Но попробовать я должна. И заодно и узнаем, получится у меня или нет. Для этого нам потребуется сковородка. Сегодня я сходила в магазин и купила новую. Не знаю. Упс. Она литая, с антипригарным покрытием. Типа. Вот, ну посмотрим, может быть и правда не будет подгорать. Ну, в общем, диаметр 26 сантиметров я взяла. Это не специально блинная сковородка, потому что там не... Я вообще шла в магазин с целью купить блинную сковородку, но не было, поэтому купила вот такую. Посмотрим. Так, механизм этого приспособления. То есть вот у нас есть палочка окружностью 1 сантиметр. А наша цель сделать, значит, вот так должна быть палка. И вот сюда должна быть пипка, за которую будет крутиться. То есть по факту блин должен вот так вот. Так. Как мы это будем делать? Сейчас я лобзиком отпилю здесь лишнее и еще отпилю кусочек для ручки. Вот. По сути, это будет вот так. Пойду промою под водой, обычной проточной, и оставлю сушиться. А пока они будут сушиться, я сделаю еще один вариант. То есть точно так же, только вот будет вот так. Я добавлю совсем немного клея, чтобы не расползся. Теперь нам осталось покрыть его маслом. Масло буду использовать для кухонных принадлежностей. Также я буду использовать, есть заранее приготовленная паста. Здесь пчелиный воск, карнаубский воск и льняное масло. То есть все натурально и не вредно для здоровья.
Так, ну что, ставим разогреваться плиту. Сейчас попробуем. Наливаем в центр. Берем наше устройство. Ну, что-то я не уверена. Походу, первый блин комом. Ладно, сковородка классная, потому что не пригорает блины. Дубль 2 попробую побольше налить. Так, ну уже лучше. Бинго! Короче, все дело в практике. Последний, и зато удачный. Я поняла принцип наконец-то, как нужно делать. Ну что могу сказать? Получилось где-то 30% из 100. Я думаю, все дело в практике. Я считаю, проект удался. Приятного мне аппетита, а вам спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет интереснее. Всем пока!